если ты хотя бы допускаешь мысль о том, что ты проиграешь, а вдруг то, а вдруг это, то все. Ты покой. Была мечта в детстве побиться в клетке. И вот я к ней пришел. Чем больше людей, которые в меня не верят, тем больше препятствий, тем интереснее. Нужно идти вперед, доказывать для себя, для остальных, что ты лучший.